Хей, йоу, гайз, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игру под названием The Messenger. Ну что, вы готовы? Да, у меня одно хп, потому что я покоцался об шипы. Поехали. Бац, 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 бац. Отлично. Есть. Да чего же здорово снова иметь возможность двигаться? Еще бы. Да, свобода это главное. Ладно, пора спасать окружающий мир. Готов отправиться в небесные острова стихий? Да, я готов. Ладно, за дело. Ништяк, острова стихий, ребята! Мы отправляемся. А, на самом деле, до хера тут стихийных есть вообще остров, да, если судить. В общем, врать я тебе не стану, приятель. Все плохо. Что происходит? Похоже, королю демонов удалось вывести из строя заводного привратника. Заводного привратника? Огромный робот, который присматривает за этим местом. Он просто супер дворецкий, мне не терпится познакомиться с ним. Вообще-то я собираюсь разобраться с этим делом сам. Но они небесные острова делают робота уязвимыми. И когда я в дело вступлю я высажу тебе поочередно на каждый из островов, чтобы ты отключил генераторы щита, а потом мы вместе выясним, какую силу удара, который может выдержать небесный привратник. Что ж, впереди враги, жми Ctrl, чтобы выстрелить, а еще ты можешь жахнуть большим зарядом. О. Каев. А, это я понял. А знаете, типа есть мини-игры, ну как не мини-игры, а игры, где, короче, кораблики летают, и ты должен их взрывать. Что ж, мы добрались до острова воздуха. Удачи. Спасибо, так, а на карте... Тут 4 острова стихии: вода, лед, земля. Ну, землю точно вижу, огонь и лед я вижу. И вода. А, то камни. Подожди, земля и камни. Там 3. То есть мне нужно все-таки, да, тут как-то достать. Короче, решаем с островами. Идем сюда, я не буду, не знаю как, но мы будем мучиться достать эту херь. Я буду мешать времена, там, будущее, прошлое, но я туда пойду. Любым способом. Поехали в небесный стихийный. Стихийный. Приятель, есть что сказать Новика? А, поздравляю, ты первый гонец, осмелившись войти в небесные острова стихий. Знаешь, что так там тебя ждет? Насколько я знаю, небесные острова отвечают за климат. А за главный там большой робот, который называется заводным привратником. Вот как. И кто тебе это все сказал? Говорящий небесный змей по имени Манфред? Ясно. Это правда? Ну, конечно же. Без относительности к сказанному, на большой высоте кислорода в воздухе меньше. Так что тебе лучше быть начеку. Опа-на. Сей-сей-сей. Есть что-то новенькое. Я подумал, может, типа связано с воздухом, то, что он говорит... Хотя... Ладно, посмотрим. Окей. Так, птица. Вот эти я вообще не понимаю, что за чудики. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ладно, все равно. А сейчас будет жестко. А не, нифига.
Это что же? Все? Это все? Да не, не может быть. Так, окей, у нас есть проход наверху. Блин, ладно. Отлично. Ага. А, я сохранился, все отлично. Заново. Отлично. Получен знак силы. Знак силы получен. Ништяк. Вы отстаньте, летучие мыши. Так, там прохода больше нету, идем по прямой. Я не могу понять, что это за штуки. О, поехали. Ну, скорее всего, они меня тоже, да, дамажат? И в острова теперь нельзя врезаться. Ой-ой-ой. Подождите, они меня не дамажат? Ой-ой, тут пушки дамажат. А, и острова дамажат, все. Но эти чубрики, походу, нет. Пушки ломать. Пушки ломать. Ай-яй. А хил можно? Да, хил нельзя. Так, а вот и остров Земли. Я подхвачу тебя, когда отключишь этот генератор. Знак силы. По идее, их только тут три. Так? Окей, ну здесь один. Там был один, здесь ноль. Добро. А про Землю не будет мне ничего рассказать. Печаль. Беда, печаль. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что я могу здесь делать? Во-первых, блин. И главное, и коснуться никак. Опа, я могу вниз спуститься. Что, бля? Там не было показано то, что я не могу туда идти. Не, ну они издеваются. Эх, ладно. О, ништяк. Так, могу я? Да, могу. Ништяк. Просто ништячелом. Так, я могу подняться выше, либо пойти по проходу.
Мне только так и тел. Только так. Ой-ой. Ой-ой-ой. Откуда там ко мне летят? Ладно. Это куда я залез? Понятненько. Нужно, короче, чтобы сильный заряд у меня просто был. Так, отлично. Охранялка. Знак силы никак тут и нету, да? Даже ему не пахнет. Отлично, генератор из земли отключен. Отхил. Погнали. Ой, тихо. Ух. А главное, урон, видите, не усиленный. Они меня тоже дамажат? Или это у меня пушка попала? Так, я подхожу, да? Я подхожу к следующему острову. Да, сложно, сложно, сложно. Мне, походу, эти штуки тоже дамажат. Что ж, дальше нас ждет остров воды. Я подхочу тебе, когда отнесу же генератор щита. Окей, побежали. Ил. А я могу ходить по воде. Да я по воде ходить могу. Опа, знак силы, он здесь... Мысли, знак силы здесь не показан. Что-то новенькое. Ага. Вот так. И... Ух, жестко. Не, ну я, в принципе, понял, как мне здесь пройти. Ну, сложечно. Вот сейчас меня просто могло раздавить. Назад, назад. Отлично. Отлично. И у нас остался один знак силы в этой локации. Тут урон. Так, окей. Чё, херил?
Окей. А эти твари еще все восстановились. Тихо, тихо. А куда мне идти? Мне не сказали, куда мне идти. Ага. Теперь ясно. Сдохни, 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 сдохни. Ништяк. Я сюда шел ради камня. Серьезно. Так, стоит там проход выше. А, тю. Я его даже не заметил. Так, отлично. У нас остается один генератор. Льда, да, там по сути. Тихо. Мне главное еще дожить. Ай-яй, пожалуйста, давайте быстрее. Зачем мне вот эти деньги, боже? Они мне тоже дамажат. Мне кажется, здесь все дамажит. Когда пушки нужно ломать тоже. Да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. В этих я не вижу сложности. Если бы тут были шипы, и они бы двигались, тогда да. Вперед остров огня. Так, стоять. А, воздух, огонь. Все, я понял. Воздух, вода, огонь, земля, все. Блин, что-то я хотел пойти по воде. Да? Хэштег не настоящая вода. Ну, допустим. Ну это легко было бы. Ух, отлично. Просто пронесло. Ништяк. Так, теперь падаем. И вырубаем последний.
Готово. Вот если бы я сейчас в лаву упал, было бы весело. Готово. Так, наверх. Отлично. Ага, босс, сохраняемся. Хорошо, отлично, тоже класс. Что-то расскажешь мне про него? Это отлично, хорошо, так пускай будет. Блин, знаете, что сейчас самое обидное? Мне нужен один. Один кусок силы. Ладно, побежали. Так, вижу заводного приватника. У нас ничего. А, не суть. Просто стреляем. Можно залпом не стрелять? Спасибо. Нужно, короче, я через кнопку стреляю. И что? Этого хватило? Сомневаюсь. Давай. Голову, ай-яй. Капец, я там уже кликаю. Клик. А что у него жопа вылетает? Отлично. Не, это легко. Главное сначала ломать ему голову. Без головы он не сможет по нам пулять. В первую очередь это этими. С рук и ракетами. Все? Ничемный враг. А? Эй, с возвращением. Кто вы, люди? Где мой рукав? Рад познакомиться, заводной приватник. Я твой большой поклонник. Это неприемлемо. Я должен немедленно вернуться на свой небесный остров. Ну ты чего, расслабься, мы только что сняли с тебя демонические чары. Вот как. В таком случае было бы крайне невежливо с моей стороны не вознаградить вас за этот подвиг. Ну уж я то не откажусь, поскольку провел бесчисленные века в безупречной гармонии поддерживания зыбкое равновесие небесных островов в моем ядре сформировалось некий весьма уникальный элемент. Принимая во внимание то, как глубоко ваша совместная работа тронула мое метафорическое сердце, я хотел бы предложить его вам. Нота для снятия проклятия. Ты получил ключ симбиоза. Эта нота была выращена в ядре заводного приворотника на протяжении долгих веков полной гармонии со стихиями
И она понадобилась тебе для создания... Короче... Ух ты, спасибо, заводной привратник. Простите, у меня много дел, могу ли я предложить вам еще какую-то помощь? Ну, да. Просто... Так, что же? Он всегда мечтал стать дворецким, и ты его кумир. Эй, так не круто. Вот как? Как же зовут тебя, храбрый небесный змей? Манфред? Манфред? Стало быть... Да, полагаю, это подойдет. Серьезно? Да, у тебя идеальное имя для помощника. Да ладно, это же круто. А теперь я должен вернуться к работе. Возвращайся, когда твоя миссия завершится. Есть! Я вернусь и обещаю трудиться суперусердно. Да, полагаю, первым делом нам придется заняться твоим словарным запасом. Ну а пока прощай, Манфред. А тебе, гонец, я желаю удачи. Отлично. Отлично. И того у нас что выходит? Ту-ту-ту-ту-ту. Итак, это у нас случилось. Манфред и гонец спасли мир. Нет. Нет, ты прикинь, а? Да, приключение вышло что надо. Как по мне, то, когда все это закончится, только ради одного этого события можно будет замахнуться на второе прохождение. Ладно, мне пора лететь. Бывай, приятель. Так, походу, теперь я смогу с помощью него путешествовать в эти земли. Блин, ну что, нам остается только заброшенный храм, как-то все-таки заполучить последнюю эту деталь. Давайте я туда тогда и отправлюсь, почему бы и нет. В принципе, время позволяет... Я прикидываю, сколько я буду мучиться там. Сколько я буду тут мучиться. Так. Давайте вернем тогда ноты, которые у нас сейчас есть. Ну и что мне делать дальше? Изучаю реликвии демонов мастера и отправлюсь гонца в то самое будущее, которое ему суждено предотвратить. Нужна еще одна, короче, у нас мелодию, последнюю, да, музыкальную нотку. Нам нужна последний с вами. Так, здесь, в принципе, давайте я быстро просмотрю. Здесь ничего. Ничего. Здесь мы брали. Ладно, так. Куда мне нужно отправиться? Осенние холмы, да? Холмы, холмы, холмы. Нам как раз нужна последняя нота. Последний значок силы. Ой, долго, да, я буду бежать? Сколько мы уже через эту... Через эти леса двигаемся, уже даже не знаю. Долго, да? Достаточно долго, я думаю. Так, давайте я сохранюсь на всякий случай, чтобы с самого низа туда не начинать. Нет, просто потратил время. Просто уже локация зазубрена. Просто локация уже зазубрена. Так, а вот здесь вопрос. А, по прямой, окей.
Так, я молчу, чтобы, короче, без ошибок. Чтобы опять потом пол жизни не пришлось тратить. Время на то, чтобы туда дойти. Чтобы потом сюда снова прийти. Так, осталось буквально нам чуточку. Так, сохранение. Блин, это ж мне еще там внутри придется бежать долго. Да, ладно, давайте когда я тогда пройду сюда, сохранюсь, закончу, посмотрю, как туда попасть, и тогда продолжим. Да? Да. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!